На один день озеро Медное в Брестском районе превратилось в настоящую зону безопасности. Масштабный форум, для которого водоем и прилегающая к нему территория и стали удобной площадкой, собрал десятки юношей и девушек со всей области. Все активны и инициативны, члены отрядов охраны правопорядка БРСМ, детских и молодежных общественных формирований, волонтеры. Каждый из них уже давно занимается деятельностью, которую принято называть общественно полезной. Однако, по словам самих ребят, получить новые знания, приобрести практические навыки и умения лишним не будет. Тем более, что многие из них планируют свою будущую профессиональную жизнь посвятить служению людям, защите их жизни и здоровья. Я здесь хочу научиться правильно спасать людей, если у них какие-то случились непредвиденные обстоятельства. Человек может по-разному себя вести на воде, и надо действовать, во-первых, адекватно и в первую очередь спасать его. Ну и думать о себе, естественно. Занимаемся обеспечением на мероприятиях, охраной, оцепление выставляем. Совместные патрули с сотрудниками милиции, сотрудниками ДПС. Ну и вот такие вот как бы общие мероприятия. Всякие ситуации бывают и на дежурствах, и вне дежурства. Нужно уметь оказать вовремя помощь. В первую очередь, сегодня мы акцентируем внимание на безопасности жизнедеятельности молодежи. И сегодня здесь, на озере Медном, мы даем старт новому направлению, новому проекту. Это форум «Безопасность в наших руках 2015». В принципе, у нас уже многие годы такое плодотворное сотрудничество с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Однако мы сейчас более практическую плоскость нашего сотрудничества направляем. Демонстрация обучающих фильмов, проведение мастер-классов и практических занятий, тиражирование раздаточных материалов, показательные выступления спасателей и пожарных. Проведенный форум оказался насыщенным и разнообразным. Но кроме ярких воспоминаний, это мероприятие подарило ребятам огромный багаж знаний о правилах поведения в случае возникновения внештатной ситуации. Основная цель проекта – снижение количества несчастных случаев в общем и на воде в частности. О том, что это необходимо, говорят цифры печальной статистики. Только с начала года по стране уже утонуло 154 человека, из них 15 дети. На сегодняшний день на водах погибло 33 человека, в том числе 4 ребенка. Это очень нехорошо. Тем более, что когда такая чудесная погода, хорошее солнце, людей отдыхающих очень много. И, конечно, хотелось бы, чтобы это был отдых замечательный, ничем не омрачен. Поэтому и предпринимаются множество различных решений по предупреждению негативных моментов. Прокуратура Брестской области особое внимание уделяется безопасности детей. В этом году прокурорами регионов изучено состояние безопасности на дворовых территориях, водные территории изучены батуты. Сегодня по результатам проверок прокуратурой Брестской области внесено представление в Брестский областной исполнительный комитет с указанием всех нарушений. Конечно же, особое внимание мы уделяем безопасности детей на воде. Сегодня в прокуратуре Брестской области проходило координационное совещание по борьбе с преступностью коррупции Брестской области, на котором рассматривались вопросы состояния работы субъектов профилактики по гибели людей. Именно особое внимание было уделено гибели детей. Всеми субъектами профилактики сегодня на координационном совещании выработаны все меры, которые, я надеюсь, будут способствовать профилактике гибели детей в частности. В завершении мероприятия у тех, кто прошел курс обучения, была возможность стать и самим немного педагогами. Получив специально заготовленный раздаточный материал, молодые люди проводили инструктаж отдыхающих. Организаторы уверены, информационная подготовка поможет и самим ребятам не растеряться в экстренной ситуации, и тем, кто будет их окружать. Ведь полученной полезной информацией обязательно нужно делиться, чтобы она из слов превращалась в дела по спасению жизни и сохранению здоровья людей.